Здравствуйте, я Александр Рассказов, музыкант. Здравствуйте, я Илья Скворцов, художественный руководитель Дома актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей. Меня зовут Андрей Сергеев. Когда я делал юбилейный концерт, творческая группа «Телепорт» пришли и показали в прямом эфире 5 часов мой концерт. И люди, которые не смогли попасть ко мне на концерт, потому что был полный зал, все было битком набито, они смогли в интернете посмотреть спокойно, сидя на диване. Скоро эти ребята будут транслировать спектакль для взрослых на фестивале «Петрушка Великий». В этих уютных стенах проходит множество мероприятий, посетить которые и увидеть вживую удается не каждому, потому что не такое уж большое количество людей может вместить наш особняк. Но творческая группа «Телепорт» открывает окно в мир. Они чрезвычайно помогли нам, когда мы проводили церемонию закрытия фестиваля «Браво» в Театре драмы. Они чрезвычайно помогли нам, когда мы отмечали юбилей нашего дома актера, и здесь был большой актерский клуб. Прямые трансляции группы «Телепорт» смогли увидеть зрители Свердловской области, России и мира. Сейчас точно такая же уникальная возможность появилась у зрителей мира и России увидеть трансляции фестиваля «Петрушка Великий». Этим летом 2014 года мне представилась прекрасная возможность увидеть очень много спектаклей фестиваля «Каледа Плейс» благодаря онлайн-трансляциям творческой группы «Телепорт». Да, столько спектаклей за небольшое количество времени я ни разу не смотрел. И вот в сентябре 2014 года, совсем скоро, состоится фестиваль «Петрушка Великий». Мне кажется, была бы прекрасная возможность снова посмотреть спектакли онлайн. Для этого нужно поддержать творческую группу «Телепорт». Нам бы очень хотелось, чтобы эти трансляции состоялись. А что для этого нужно? Для этого нужно всего лишь пожертвовать небольшую сумму. Нужно пожертвовать рубль, 10, 1000 рублей. Кто сколько сможет. И тогда это маленькое кукольное пространство откроется большим-большим окном. Давайте все вместе скинемся и поможем ребятам сделать это доброе дело.